А какие доказательства? А кто предоставляет фактически мошенникам от юриспруденции, да, так назовем их, которые пользуются и лазейками законодательства, и несовершенством, а иногда, я вот не хотел бы слово употреблять, подлогой, судебные расходы, которые идут и ложатся потом обременением, в том числе и на нас, на горожан. А по факту мы выезжаем на место и, оказывается, разговариваем с жителями, на нас смотрят с выпученными глазами и говорят: вы что, вы о чем? Какой ремонт? Мы вот здесь не видели 20 лет, вы зайдите в подъезды у нас, посмотрите.